Этим летом в Якутии выявят лучшего машиниста тепловоза. На базе железнодорожной станции Нижний Бестях пройдут международные соревнования «Лучший машинист маневрового тепловоза». Сам конкурс пройдет 15 июля. В нем ожидается участие порядка 70 машинистов. Это представители стран СНГ, Прибалтии, Финляндии, Монголии, Казахстана и других. Практическое задание конкурсантов станет известно непосредственно перед соревнованиями. До этого момента суть соревнований известна лишь судейской коллегии. У нас же пространство колеи 1520 миллиметров. Это не только Россия, это и страны СНГ. Поэтому на президиуме Национального союза дорожников России рассматривался вопрос. Повышать профессию можно до бесконечности. Почему не провести на полигоне железных дорог стран СНГ вот такое мероприятие? Это не только повышение авторитета профессии, отрасли, но и развитие международных отношений, сотрудничества